Всем привет! Весь шуганно сижу, готовый в любой момент вскочить и сделать вид, что убираю помещение или мою полы. Ребята, только что полоскал горло, потому что 2 недели у меня болело горло, было больно глотать и вообще голоса не было. Я вот сейчас вот этим раствором полоскал, хлорофилипт, подсказала Эльвира Авзалова. Пахнет, знаете чем? В санаториях раньше по утрам давали напиток с пенкой. Кто помнит, как называется? Я не помню. Но очень вкусно пахнет. Ребята, привет! Мы остановились на разборе вокальной партии песни Rauf & Fake. Вам в хижине музыканта прямо сейчас покажут, как петь куплет и припев данной песни, что нигде вообще в интернете вам не покажут. Это удивительно, поэтому подписывайтесь на хижину. Только здесь разборы самых свежих топовых песен. Разбор доскональный, между прочим. Вокальную партию разбираем. Я прямо сейчас покажу каждую ноту, которая поется в куплете и в припеве. И если вы ее найдете голосом, чисто споете, сольетесь с этой ноты, то вы вообще красиво исполните песню. Открытая третья струна. Вторая струна на третьем ладу. То есть скачок. Еще 5 минут, поговорив с тобой. Потом третий лад и второй лад третьей струны. Еще понадобится в одном месте первый лад. Все, 5 нот для песни. 1, 2, 3, 4, 5. Еще 5 минут, еще 5 минут, поговорив с тобой. Я не знаю, что мне делать, не знаю, что мне делать. Улавливаете, да? То есть голосом нужно достать каждую ноту. Еще 5 минут, и я расстанусь с тобой. Я не знаю, что мне делать, не знаю, что мне делать. Начинается первый куплет, те же ноты. Ты же понимала, так не хочу, не хочу потерять я. Ты же сказала, что наша любовь цвести не перестанет. Помнишь мой запах, я твоего никогда не забуду. Три раза поем одно и то же, то есть третий лад, второй лад. Потом третий лад, первый лад второй струны, второй лад третий и открытая третья. Ты же понимала, так не хочу, не хочу потерять я. Ты же сказала, что наша любовь свести не перестанет. Помнишь мой запах, я твоего никогда не забуду. И дальше в конце. Осталось 5 минут, скажи, что влюблена. То есть скачок с третий, открытый на третий лад, второй, первый лад, третий, второй лад, третьей струны. Осталось 5 минут, скажи, что влюблена. И опять пошел припев. Все очень просто. Ну и как обещал, в конце показываю простые аккорды, если у вас не получается при помощи баре. Аккорд С, аккорд H7 или B7. Посмотреть можете, как брать в интернете. Если что, вот. Через одну с пятой струны вниз. То есть пятая, третья и первая на втором ладу и четвертая на первом ладу. Аккорд EM. И аккорд D. Вот вам простые. Играйте то же самое. О том, как играть данный перебор, смотрите в первом выпуске, в первой части данного разбора. И все, поете, то есть ничего сложного, просто не играйте, как здесь играли. Вот эту фишку, да? За ночь забыл уже как
играть ее. Да, был небольшой перерыв. Ребята, спасибо большое за внимание. Кто-то смотрел до этой минуты, вы красавчики. Вы стремитесь к своей цели, а цель у вас разучить данную песню. И думаю, у вас это все получилось. Поэтому топите, присылайте свои каверы, отмечайте меня, что в Инстаграме, что ВКонтакте. Кстати, ВКонтакте и в Инстаграме можете найти меня, мою группу. А в Инстаграме я, кстати, вчера только залил интересную нарезку из телефона. Собрал все свои прикольные видео за 2018 год, объединил их под крутой музон. И очень ностальгическое видео вышло. Ссылку на Инстаграм и группу ВКонтакте оставлю в описании под видео. Пишите новые заявки на песни, подписывайтесь на хижину, будьте активными, комментируйте, играйте, и все у вас получится. Всем пока!